В этом видеоуроке я расскажу, как трансформировать точки, грани и полигоны. Точно так же, как и трансформация объекта. Те же самые правила, те же самые кнопки. То есть выбранные вершины мы можем перемещать вдоль одной оси, вдоль двух одновременно. Соответственно, можем также вращать и масштабировать. То же самое с гранями. Можем масштабировать, вращать, перемещать с полигонами. Масштабировать, вращать, перемещать. Тем самым придавая необходимую форму.